Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова с вами Артур, я. И сегодня наша остановка не Британия переместилась в Абхазию. Поэтому с нами сегодня Миха Цкуа и Беслан Хиба. Многие из вас уже, наверное, узнали, что это участники команды КВН «Маленькая страна». Более того, я скажу, что это ребята, которые работают на абхазском телевидении, очень популярные люди в медийном центре Абхазии. А давайте возьмем и выгоним волка. Конечно, выгоним, да. Ты что, ненормальный? Мы же абхазы. Когда абхазы гостя выгоняли. Да, да. Давайте мы его убьем. Да, благодаря вот этой рекламе я уеду с абхазским вином домой. Спасибо, Миша. Хорошо так уже. Ты заслужил, а вот насчет тебя. Я напомню, что Миша Цфуа — это человек, который тоже, как и ты, сейчас в очках сидит. Во-первых, да, у вас нас это, очень много чего объединяет. Во-вторых, мы еще оба бородаты. Подтверждая название нашей остановки. Не Британия. Не Британия. Я специально. Короче, нас игнорируют вот так, да, сидят. Я тогда продолжу. Да. Миша Цхуа — это человек, который умеет готовить. И это уже доказано всей Абхазии. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире самый вкусный телепроект «Ачеджика». Я его ведущий Миха Цкуа. Ну и, конечно, куда же мы без нашего дегустатора Беслана Хиба. Бесик, зерубат. Как называется передача? Передача называется «Ачеджика». Это, ну, если перевести, да, на русский — «Хлеб-соль». Что самое вкусное ты приготовил на своей передаче? На передаче? Да. Что, много чего готовили? Не хлеб-соль, хлеб-аджик. По традиции абхазской, да, гостей, да, встречают с хлебом и аджикой. Ну, в принципе, не мы готовили, а готовили гости, правильно? А мы всего лишь что делали? У нас появился компьютер. Да, он включился. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Все, теперь нас пятеро. Все, я готов. Очень, ну, в принципе, много чего вкусного готовили, да, но самое вкусное, что мы приготовили, это была типа мамалыга, да, наверное, наше национальное блюдо. А можно как-то стать участником твоей программы? Я, например, яичницу хорошо жарю. Можно, почему? Я отлично подогреваю чай. Ну, все шикарно это дело. Бесик, я нарежу хлеб, яичница, чай. А я тогда все это попробую. И вместе идем куда-нибудь в горы, там прям проведем неделю программу. Ну, в принципе, мы сейчас здесь на море находимся, горы тоже здесь рядом, сразу недалеко. Все, в принципе. Да, Беслану очень хочется сказать, это человек, который каждое утро говорит Абхазии, как сказать, на абхазском. Самый первый человек, который здоровается с абхазами с утра. Вот. Человек, который раньше всех просыпается в Абхазии. Во сколько ты начинаешь съемки передачи? 2 часа дня. Продолжайте. Доброе утро, Абхазия. 2 часа дня. Все, дальше. Ашара бзе бзе гахшуйд үлтэ минут бар запсуудын хубшла ачаска зэгэм. Шижи бзе вкам. Так получилось, что вот эти красоты мне, конечно же, душу греют. Но я немножко все-таки скучаю, во-первых, по Тимуру, которого сейчас напротив меня нет. Извини, Миша. И во-вторых, по нашему дабл... Декеру, который висел у нас на стене. Не хватает. Ну, в принципе, вот знаете, как насчет Тимура, не знаю, а вот дабл-декер — это вообще не проблема. И я вообще скажу больше, что первый дабл-декер, да, был придуман в Абхазии. Вот пускай же увидят, вот посмотрите. Сначала так, вы, вот а это теперь наверху, просто покажем. Вот это наверху, это второй этаж, багажное. Это багажное отделение, значит, да, внизу вот, значит, сидят пассажиры. Тут вот чуть так не видно, написано рейс, да,
от Ачимчиры до Сухума, 12 мест. Вот так вот. Кондиционер есть там? Ну, а кондиционер, это... в принципе, такой вот, он здесь природный. А этого человека, наверное, все узнали, это наш хороший друг Ашот. Бессменный. Да, он и сегодня водитель. Стажу работы 200 лет, реально, частного бизнеса на вокзале. Я предлагаю куда-нибудь его вот здесь вот, так как нету нашего традиционного, да, вот это вот. Даблдеггера, вот, пускай так вот, будет. Если нам режиссер подскажет, что все нормально, нормально видно? Да. Отлично вот, показывает. Так что палец режиссер. Он тоже есть. Ну вот за Тимура. Ну думал, он нас простит, тем более, когда он увидит наш даблдеггер, я думаю, он все-таки смягчит его сердце этот. Мое сердце смягчено. Да. Я хочу помогал именно на такому тебе уехать обратно в Черкесск. Так. Можно подумать, у нас другие ездят. На таком и поедешь. Ну, до границы, по крайней мере, на таком. Ну, пока у нас такое смягченное сердце, я предлагаю обсудить первую такую новость мировую. Мировая новость. Мировая новость. Первая мировая. Британка открыла отель для куриц. Ага. Ну, может, у нее много подруг. Да, я тоже засомневался, она настоящая курица или все-таки подруга. Одна британка решила сделать из своей любви к домашней птице бизнес, открыв роскошную 5-звездочную гостиницу для куриц. Вот так вот. 5-звездочную. Съезжаются курицы со всего мира в эту гостиницу. С кормом прямо у него. Знаешь, курицу привели, да, вот в этот вот 5-звездочный отель, она зашла, ну, номер, мало ли, не понравился, и там пошла, проверила, да, кроваточка, ну не очень, не знаю, а полотенце часто сюда приносят? А подушка, интересно, из чего она? Нет, она должна из волос сделать, из волос людей, наверное. Из волос людей? Из бороды людей. Отомститься вместе. Ну, а на первом этаже KFC, короче, KFC, кстати, он очень непопулярный будет в этом месте. А, ты имеешь в виду KFC котлеты? KFC котлеты, да. Мы тут для отдыхающих не можем нормальные условия создать. Хорошие гостиницы. Кстати, я так. Хотя очень много куриц приезжают. Вернусь снова к нашим гостям. Мне очень приятно сейчас с вами сидеть здесь, потому что я много ваших выступлений смотрел, никогда бы не подумал, что мы вот так вместе будем сидеть, вместе вести передачу. Ну, с детства я вот в садике еще помню сидел, я смотрел ваши выступления, было очень приятно. Я вас вырос. Спасибо. На ваших выступлениях. Спасибо. У меня вот ваш портрет, весь постер «Маленькая страна» на моей кроватке висит. Ну, приятно слышать такие вещи, когда вот целое поколение выросло на этом. И пусть это ложь, но она остается в сердце. Ну такая приятная. Если говорить о комплиментах, то у меня есть следующая новость. Она пришла к нам из Северной Каролины, США. 10-летний мальчишка из штата Северная Каролина на 2 дня был отстранен от занятий в школе за то, что он сделал, внимание, своей учительнице комплимент, назвав ее милой. Назвав ее милой? Милой. Может, ей не нравится актриса Мила Йовович. А может, она действительно подумала, что ее обозвали именем? Мнение, да. А может, она любит вот что-то, знаешь, так пожестче, я не знаю. Ну вот у меня тоже одна новость, я нашел продолжение как раз вот этой вот школьной темы. В Китае для того, чтобы ребенок получил право пойти учиться в школу, он еще до школы должен быть признан достаточно умным для того, чтобы учиться. До школы или до рождения? Нет, хожу тут до школы. То есть это, наверное, специальная комиссия какая-то, да, у них там вот есть, которая, значит, проверяет детей. Заранее отсматривает. Прямо в роддоме. В роддоме, блядь. Прямо в роддоме над тобой стоят такие. Стоит комиссия. Теорема Пифагора, говорит, скажи мне. Хорошо, что не в Спарте ты родился. Таких, как ты... Такие красавчики тут не нужны. Да, да. Пришел ты, да, берите. И с стороны, смотрите, еще один красавчик полетел. Загадай желание, красавчик. Да-да, Красавчик падает. Под лунным светом, да, парочка так. Ну, на самом деле, в продолжении этой темы, ну, хочется даже реально понять, их там 3 миллиарда человек.
них в школу приходят уже, получается, на самом деле квалифицированные специалисты. Удержали. Шестилетний ребенок приходит в школу сразу преподавателем. Представь, чтобы в Китае быть умным, да, вот элементарно там алфавиты выучить. Какие нужны способности? На самом деле это для нас так кажется тяжело. Да, сейчас китайцам, да, абхазский язык, абхазские буквы, я думаю, им тоже будет тяжело выговорить. Абхазский, да, язык получается второй по сложности после китайского. Ну вот, ну мы говорим первый. А в мире говорят, что? В мире говорят, да. Так говорят. Разумно, произношение у нас очень тяжелое. Правильно, песню покажи, продемонстрируй. Шижбзе бахатыр скухт или хуштра. Именно с этих слов начался хипиш на площади. Но не в Абхазии. В Абхазии кипиш не бывает. Не бывает, конечно. Просто да, понимаешь, вот ты сказал там. Хочется утихомириться, да? И то есть тут хипиша быть не может, потому что у противоположной стороны, да, возникает вопрос, что он сказал. Не, знаешь, что самое главное? Что такое противоположное у самого человека, кто это сказал? Что я сказал? Что я сказал? Переходим к курящим людям. Олень. Так, курящие люди, олень. Олень загнал мужчин в багажник и сживал их сигареты. Этот олень по-любому работает в Минздраве. Агент Минздрава был. Однозначно, ну потому что... Двое жителей Техаса собирались уезжать из дома, как увидели на заднем дворе оленя. Олень показался дружелюбным им. И он захотел... И они захотели погладить его. Но рогатому не понравилась затея мужчин, и тот напал на них. Животное, увидев открытую машину, попыталось проникнуть внутрь и застряло над сиденьем водителя. Находясь у руля транспортного средства, взору рогатого водителя попалась пачка сигарет, которую ему непременно надо было попробовать на вкус. Мне просто всплывает такая, да, картина сразу. Олень со своими руками как-то полез в машину. Брат сел за руль, найдется, сел за руль, сигареты вытащил. Ну, огня не было. Огня не было. Прикуривать или испортился. Он же олень, он не знает, что с ним делать. Наверное, так, говорит. Если бы это происходило в Абхазии, ему бы и прикурить дали. Очки сними, посмотри, как красиво. Что, я боюсь, если я очки сниму? Мир цветной, я... Все время черно-белое доказывал, что мир цветной. Так, Абхазия стала еще симпатичнее. Я тебе говорю с самого начала, сними очки, ты не хотел. Мы не можем не заметить, что... После того, как очки сняли, да? Да, после того, как мы сняли очки, мы не можем не заметить эти красоты. И очень интересно, где мы находимся. Это ресторан, называется Апра. Так. А если переводить с абхазского на русский, это переводится как парусный. Очень интересно. Находится в центре Сумума. На самом деле очень круто. И вот судя по довольной улыбке директора этого заведения, мы сделали очень правильный ход. А и уедем мы... Уедем мы с кайфом. Как ты мог забыть? Уедем с забитыми багажниками мягкого, вкуснейшего абхазского гостеприимства. И гостеприимства в сердце. Продолжение темы нашего автобуса, да? Я хочу рассказать вот одну такую новость. Водитель автобуса отказался вести слишком сексуальную пассажирку. Смотря куда. В баварском городе Линдау в Германии водитель автобуса отказался вести 20-летнюю продавщицу, которая показалась ему чересчур сексуальной. С ним ехала жена, а он себя знает. Я просто сказала ему, вези меня к мужу. Есть комментарий. Комментарий Деборы.
А именно так. Это водитель? В Германии, в принципе, может быть. Вполне возможно. Дебора, это может как бы оскорбление. Я тебя не повезу. Вот ты Дебора вообще. Дебора. А может быть, знаешь что, это ее папа, который отвозит постоянно людей, он маршрутчик, и вдруг села его... Ну, родственник какой-то. Да. Знакомый, сосед кому. Полураздетый. Тебе не стыдно, что ты? Села сюда. Да, посмотри, сколько здесь людей. Здесь, блин, фрау. Миша, я не случайно обратился именно к тебе. У нас есть в передаче постоянная рубрика. Задача в том, чтобы тебе отвечать быстро, не задумываясь, на вопросы, которые будут тебе очень умные вопросы, на самом деле. Имею в виду, это как ЕГЭ. Назовем это ЕГЭ. Первый абхаз, на котором протестируют Единый государственный экзамен Российской ЕГЭ. Федерации. Итак, начинаем пробный ЕГЭ. Вы свидетели ЕГЭ? Не, мы бабы ЕГЭ. Посмотрите. Баба ЕГЭ. Подумаешь, на метле хожу. Проблемы. Как будто я один так делаю. Это мы все, кто Хогвартс закончил. Итак, начинаем. Поехали. Где учился Айболит? В Айболитории. Где зимуют раки? В горах. Почему утопили Муму? Много говорил. Где живет Жанна Агузарова? В Агудзере. Здесь это у нас. Где проводит лето олени Санта-Клаус? В Абхазии. Сколько стоит синхрофазотрон? Что это? Что делать с Дом 2? Сжечь надо его. Где паркуется Бэтмен? Каким спортом занимается Джим Керри? Вот этим, челюсти выбирает. Челюсть качает. Любимая передача кавказцев? Это дежурная часть. Где находится Великая Пасха? Остановка не Британия. Правильно. Где находится Великая Абхазская стена? В Абхазии. Логично. Да, так, где-то что-то логично. Все, на один вопрос ты неправильно ответил. На какой? Это любимая передача Кавказа. Я почему? Потому что это сейчас нас покажут на этой передаче, да? А так до этого каждую пятницу. А тут постоянно, вообще все родственники собираются. Вам меня сегодня покажут по телевизору, не работают. Собираются все родственники, между прочим, да, сегодня был задержан там химик. И вы так, в кругу сотрудников полиции, да, так. Они принужденные, мерили, просто у нас в Абхазии, да, вы знали, вот уровень преступности сокращается именно в момент, когда идет дежурная часть. Просто все смотрят себя. Кого сегодня покажут, да? Что будет в этой серии? Ежегодная премия «Дежурная часть года» в Москве проходит, и постоянно там лауреатами из Кавказа, в частности из Абхазии, побеждают. Не надо, в Абхазии люди живут. Какие живут люди в Абхазии? Хорошие. Добрые. Какие живут люди в Абхазии? Абхазы. Абхазы. Много интересных законов по миру наблюдаю. Вот знаете ли вы какие-нибудь, вот сталкивались ли вы с какими-то смешными законами вот в мире? Не, ну в принципе, это, я думаю, каждый из нас очень часто сталкивался и искал в интернете различные законы смешные. Как ты правильно говоришь, я вот поискал в интернете такие законы. В Китае нельзя спасать тонущего человека, поскольку это является вмешательством в его собственную судьбу. А тебя еще за это могут наказать, да, ты зачем спас человека. И еще и утопить тоже. Да. А еще в Китае, знаете, нельзя тушить огонь ребенком. Пожар. Да, пожар нельзя ребенком тушить. Это реальный закон. У нас можно. Пожалуйста, сколько хочешь, тушить. Знаете, вот в Штатах есть закон такой, что медведю нельзя выходить в город в воскресенье. Ага, во все остальные дни. Во все остальные можно, в воскресенье ему в город нельзя выходить. Ну то есть, видишь, вышел в год, я извиняюсь за никакой день недели. Я представил, как медведь выходит из своей берлоги, прощается с медвежатами. Все, я пошел сегодня понедельник на работу, там с медведицей обнялся, так, ну давай, до вторника, короче. В Америке есть такой закон, что
нельзя лазить по стенам без разрешения Спайдермена. Причем этому закону следует. Да, а где вот этого Спайдермена найти? У него есть свой... Администрация где-то там работает. Да, у него, видимо, своя администрация какая-то есть. На фоне американского плана Спайдермен секретарь. Здравствуйте, я хочу сегодня залезть. Мы вот тут новое здание строим. И это, значит, мне с друзьями нужно на 4-й этаж. Ага. Мы внутри еще лестницу не сделали. Пишите, пожалуйста. Ведется это, ремонт фасада здания. Не, ну я бы тебе подписал, честно. Хорошо. Вот молодец. Жалко, что ты не Спайдермен. Молодец. Нет, просто сука потерял в жизни. Распишитесь здесь своей паутиной. Не, просто распишитесь здесь. Да ладно. Что ты делаешь? Есть такая, ну... Вот, как раз это, давай. Да, вот это я как раз такой. Есть такой закон в Германии, он гласит, что из окна каждого офиса должно быть видно хоть немного неба. Хоть немного неба? Неба. Собрались романтики в Думе, в Бундестаге Германии. Чего нам не хватает, когда мы смотрим? Так, фашисты есть? Вот сейчас бы небо еще не было. Немножко, да, с переливом. В Абхазии такой проблемы нет. Нет, у нас вообще такой проблемы нет. Куда бы ни посмотрел. Вот у нас проблемы с окнами. В Мексике запрещено умирать, если к вам на предприятие явилось налоговое. Часто такое у них происходит. Там Хосе Роберто, не знаю, там к вам налоговая есть. Не, на самом деле, здесь у нас тоже можно использовать. Очень хорошо, к вам налоговая. Не, ну умер тоже, смотря как расценивать и как его воспринимать. Может, пришла налоговая и где? Нету. Все, человек умер в глазах. Да, налоговая, обиженная такая. Да, да ладно, все. Под песню Эннио Морриконе. Да, опять умер. Да. Че, вот еще, умер? Еще один тоже. В Австралии людям запрещено кусать комаров. В Индонезии женщинам запрещено откусывать головы мужчинам. Они так не могут, природа женщин, есть наши мозги. В Индонезии женщины типа богомолы, у них бы этому... Нет, там разница, знаешь, в чем? У них они сразу откусывают, а у нас постепенно. Женился в течение жизни, они вот так по кусочку едят твой мозг, и в конце жизни откусывают. Если в любом смысле, тогда это логично. Лучше уже сразу. Лучше сразу, я уже на индонезийке. В Израиле запрещено приводить на пляж медведей. Я у нас можно. У нас часто вообще на пляж ходят. Обратите вон Хаси. Со своим бурым. Со своим хозяином. В Финляндии детям в школе запрещено тупеть. Тупеть? Тупеть? Да. В Финляндии. Так неинтересно. Ну это законодательно как бы поддерживает образование. Так, знаете что? Давайте. Если ваш ребенок будет тупеть, мы его посадим. Мы его посадим. Не на последнюю парту. На самом деле, я считаю, что это очень глупые законы, и в Абхазии, и вообще на Кавказе они нам не понадобятся, и оставим их. У нас есть свои умные, грамотные. У нас есть свои обычаи, традиции, да, которые нам нужно соблюдать, придерживаться, и вот подобного рода законы никому никогда не нужно будет на Кавказе придумывать, даже в принципе, я думаю. Потому что у нас есть наши такие хорошие обычаи и традиции. Молодец, точно. Хорошо сказал. Хороший тост. Молодец, 5000 нам дали. Мы решили, что раз уж Миша, да, ЕГЭ сдавал, то и тебе задание. Задание будет такое, чтобы ты, глядя на картинку, смог обозвать ее как-то, не знаю, как-то... Прокомментировать. Ну, да? Что-то так будет, смешно, интересный комментарий свой ставил. Что ты чувствуешь, когда ты на них смотришь? Голод, ну кроме... Да. Ну, мы же тоже можем, если что, вдруг. Все, да, можем посмотреть, да, вместе. Так, ну сейчас я открою. Сейчас я открываю. Все. Ну, тут какой-то хореограф, да, кавказских танцев, горских танцев, и каким-то непонятным образом попал на Wembley Dome. А он вышел... Или здесь, знаешь, вот он
Кто так подает мяч? Ни в кого вас обвинял, мяч кинул. Не, мне кажется, он просто этот, как он, недавно был у стоматолога и решил просто показать результат его работы. Да. Не, это теннисист, который просто понтуется тем, что он первый раз получил зарплату и стал стоматологом. Нет, судя по тому, что он держит вот так, то не первый, четвертый. Это теннисист, который поспорил со Стивеном Сигалом. Так, и у него больше нет печени, да? У него сломано. А визуально это просто как бы страх. Давай дальше. Ну тут нет, страх вот здесь. Страх перед Стивеном Сигалом. Это, ну хорошо, пускай песик, да, сначала. Не спелый мандарин. Не, это знаешь, это Джордж Клуни пытается сыграть роль Леонова. Фильм этот, как доцентов. Или он ремейк. Пробы на мюзикл Нотр-Дам де Пари. Именно об этом человеке группа Любэ пела песню «Только мы вдвоем попадем». Только мы скадем. Это женщина, я не пойму. В смысле, конь? Нет, вот. Не знаю, отсюда не видно, подожди. Надо приглядеться. Что дальше? Это очень добрая кошка такая. Самая миролюбивая. На диете. Это знают мы. Кошка мусульмане. Это едут кросски, летят. Почему это пилот? Это штурман и третий. По-моему, пилот вот здесь и пилот вот тут. Это примерно один и тот же человек, да. Обновил автопарк свой. Хитрый мандарин. Очень хитрый. У него взгляд какой-то прям. Я бы ему не доверился реально. Я бесплатно пройду границу. А ты нет. Пытаются друг друга напугать, но вот я понять не могу, кто кого. У кого я получилось. Я не могу понять, да, кто у кого получилось. Идем дальше. Спят усталые вьетнамки. По-моему, это все. Вот это уже все. Лучше тут не будет. Так получилось, что передача наша не безразмерная, телевидение пока не все мы выкупили, но... Ну, на перспективу. Да, и под конец очень хочется, так как я знаю, что вы оба очень неплохо поете, отлично поете, шикарный голос, тенор и баритон. Хочется послушать, как вы нам споете. Мы специально заготовили вам одну неплохую песенку, которая будет... Ну, мы ее сейчас сделаем плохой. Да, покажите, какую песню надо использовать. Артур, мы делаем это профессионально. Артур, просто есть такой стереотип, правильно сложенный, тем более у вас по-любому. Считаю, что все абхазы хорошо поют, правильно? Отлично поют. Бесик, ломаем стереотип. После одной бессонной ночи я написал вот слова. Прежде чем мы начнем петь, я от моего и от лица Миши хочу извиниться перед нашими телезрителями. Я думаю, мы еще не раз извинимся за то, что сейчас собираемся сделать. Наконец-то отпуск я взял. Прошлое в рюкзак закидал. И в сухом купил я билет. Ульдо. Море в моем городе нет. Город такой красоты. Вася, знай, попутаешь ты. Ты, лапсный, скорей приезжай. Ай-ой, дарь-дарь-дарь-дарь. Это мандариновый рай. Точно рай. Вот сейчас, да? Вот после, как мы договаривались. Давай. Я извиняюсь. Я с тобой, Владимир.
хасик на границе суров. Столько видит в день паспортов. Смотрит только девушкам вслед. Море вы в городе есть. Плавать я вообще не умел. Но в Абхазии осмелел. С чайками беседу веду. И втянув живот по пляжу иду. Бо я знаю, кого мы вырежем. Плакала Мария горькими слезами. Плакала Фатима на автовокзале. Дети желают чуда, дети хотят безумду. Только брать с собою никого не буду. И песик Скипа. И у нас в гостях были Артур и Артур. Приезжайте в Абхазию, друзья. Приезжайте, отдыхайте.